Здорово, ребят, с вами Бестик, снова залетаю к вам с новым топовым сервером на МТА, это у нас антисток МТА. Ребят, сразу скажу, это у нас сервер смешанный, это у нас РПГ и обычный БПАН сервер. Очень интересный сервачок, сейчас вам многое о нем расскажу. Но перед началом хочу передать привет тут людям, которые тут играют. Это у нас Кексика, Дон Вито, Кол. И еще там люди были. Я снимал час назад, короче, я забыл, ребят. Но привет всем, кто тут играет. Короче, первым делом давайте пройдемся по клавишам F. Но перед этим я хочу показать свой реферальный код. Выводите команду реферал, вот так вот, в чатик. И тут можно создать свой реферальный код. Ну, я уже создавал, можно использовать. Вводите сюда бестик. Тем самым вам выдается 80 тысяч игровых рублей. И за эти деньги, ребят, вы можете купить себе первый автомобиль. Но также на сервере имеются бесплатные машины, которые у нас находятся в F1, и автомобили. Сейчас я вам все покажу. Давайте сразу пройдемся по тачкам. Короче, по менюшкам, извиняюсь. Суицид, персонажи, ребят. Тут очень много персонажей, которых можно выбрать на свой вкус. Так, давайте приблизим. Типа, мне кажется, для себя можно подобрать очень интересный скин. Так, какой там был 11-й, да. Тут есть также девушки и есть Николс. Прикольный Николс такой. Ладно, давайте поставим, какой у меня был. Далее у нас анимации, естественно, оружие. Тут есть фотоаппарат, кассет, бита и так далее. Телепорт. Можно телепортироваться к игроку, что очень удобно. Далее прикид. Это у нас на скин CJ, естественно. Места. Тут очень много мест, на которые мы съездим сегодня. Обязательно. Далее стиль походки, стиль боя. Это нам не нужно. Перевод денег, автовход, который очень помогает. Но он какой-то багный, ребят, я поставил, у меня не вошлось в аккаунт. Далее, тут есть автомобили. Давайте сразу к ним приступим. Как раз-таки автомобили. Первое, это у нас обычные такие тачки. ВАЗ-2101, шестерочка, такая вот. Семерочка, ну, обычная. Восьмерка. И есть семерка ДПС. Вот так вот она выглядит. Что происходит? А, все нормально, у меня что-то забагалось. Кстати, семерка ДПС очень удобная тем, то, что можно снимать погони. Это очень удобно. Далее, Волга. Боярин, привет. Ну, и в принципе все. Далее у нас есть мотоциклы, велосипеды. Их я, ну, могу показать по-быстрому, ребят. Естественно, на любителя. Мне мотоциклы не очень на серверах нравятся. И тут есть дрифт тачки. Это у нас Nissan 180, Golf. Киндаир. Киндаирка, вот этот в Абхазию приехал какую-то, или, блядь, в Дагестан, что-то типа того. Это тупо рофл, ребят, не переживайте. Ну, и есть тачки на вкус. Блин, Порш прикольный. Мазда и Тойота. Ну, я выберу Тойоту, естественно. Ну ладно. Далее тут можно поставить тюнинг на автомобиль, то есть диски можно сразу подобрать под ваш вкус. Давайте подберем какие-нибудь. Блин, такие прикольные, но мне такие больше нравятся. Далее, тут можно поставить дрифт, любой чип. Давайте поставим вот этот. Езда по стенам, дыбы, спиннер. Че за спиннер? Че? Ебать, это че такое? Нормально, ладно. Высокая подвеска. Ой, помянем, помянем бестика. Не, ну, кстати, прикольно, прикольно. И то есть... А, ну, машина как будто летает, кстати. Ну, это так, ребят, для развлечений, естественно. Не будете же вы кататься, но... На таких настройках... Кстати, можно сохранить вот эти вот. Удобно, кстати, то, что тут настроено. Я могу поставить на свой сервер эти настройки себе, чтобы нормально... кататься. Ну, давайте проверим дрифт-чипы. Тут есть заднеприводные чипы. Не люди, а это чипы, ребят, запомните. И полноприводные. Переднеприводные, говорю, арабский дрифт, херали. Короче, тут можно за дрифт зарабатывать деньги. Дрифт-режим включен, а почему-то у меня... У меня почему-то не вылазят дрифт-очки. Но, короче, если дрифт-очки вы набираете, ребят, то очень быстро можно заработать. Также тут имеются работы, развлечения. А, можно поставить номера, кстати. Допустим, А, 3 семерки АА на 23-м, сколько? А, ну тут,
Довольно недорого номера стоят. Кстати, 30 тысяч за номера, это довольно дешево. Ну ладно, далее у нас F3 управление транспортом, F4 у нас выключить HUD, F5, F6 у нас меню помощи, естественно, кому будет удобно. F7 это кекс, F8 естественно консоль, F9 у нас личный транспорт, ну и остальное вам ясно, F11 карта. Так, смотрите. Что у меня сейчас с голосом было? Смотрите, короче, вот у нас первый автосалон. Блин, эту тачку нельзя убрать. Тут можно выбрать тачку по вкусу, ребят. Машины подобраны очень оригинально. Это без рофла. То, что каждому найдется машина по душе. Тут всего три автосалона. И давайте возьмем в первом автосалоне какую-нибудь себе тачку. Блин, я даже не знаю. Сэшка есть. Прикольно, прикольно. Ну, в принципе, я вам пока что показываю. О, я уже нашел, что купить. Ну, в принципе, я ее и покупаю. Это у нас Mercedes G63S. Как я сейчас GT сказал. Нормально. Я, кстати, ребят, болею, извиняюсь за вот эти... бля. Нормально. Давайте сейчас пройдемся по развлечениям. Тут также есть какое-то ограбление винного магазина. Мне интересно, что это. Оно у нас находится... А на карте не показывается, то бишь? А, вон. Находится у нас на военной базе. Давайте тэпнемся туда. И посмотрим вообще, каким образом это производится. Так. Мы прибыли на военную базу, но, естественно, я прям не на нее тэпнулся. Так. Давайте прям вот так. Получается. Так, название территории. А, тут... вы чё, быдлы? Это быдланы какие-то. Что такое? У меня есть это оружие, ребят. Идите отсюда. Они не убиваются? Ребята, они не убиваются? Бля. Это жестко, но это прикольно. В чем прикол? Это прикольно, ребят. Это круто, серьезно. Я такого ни на одном проекте не видел. Но я сейчас попробую это сделать. Стоп. Идите в жопу. Мы сейчас... Стоп, а тут нельзя из машины? Нет, нельзя. Короче, мы сейчас попробуем их слить. Тут можно прям серию по этой херне сделать, типа. Но смотрите, они просто-напросто не пробиваются. Вот почему я их убиваю, они не убиваются. Сейчас попробую с дигла. Если не получится, то я хер знает, что сделать. А, так, починим свой мерс. И давайте еще раз. Туда тэпнемся, мне понравилось, серьезно. Вот очень интересно, могу добавить на свой сервер такую же фичу, если есть. Так, отстаньте. Так, давайте забежим к ним. В чем проблема? Тихо, 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 тихо. Они не бегут сюда? Они бегут сюда. Тихо. Да блин, я в них стреляю, ребята, они не простреливаются. Иди в очко! Иди в очко, братан! По-братски, иди в очко! Стоп! Мы сейчас, получается, убили всех, но, скорее всего, можно их не убивать, а просто... Каким-то образом пробраться в эту секретную лабораторию или что это такое. И забрать, получается, выигрыш или как это назвать. Это знаете, как квест какой-то, серьезно. Очень интересно. Я хочу проверить, что вообще будет. Так. Я даже, честно говоря, не знаю, куда бежать, но я куда-то бегу. Вот. Тут, что ли? Но нет, не тут все равно, ребят. Типа, тихо. Может тут, но навряд ли. Тут есть места. Давайте дальше пойдем. Тут дрифт-зоны есть. Давайте их затестим, заценим. Так, берем наш Мерс, телепортируем его. Кстати, очень удобно то, что машину тэпаешь, и ты уже сразу в ней. А, вот оно где. Я туда поехал. Но, кстати, оно свое получается. Тут какой-то городок. Сделан. Знаете, как игры в Play Market есть?
типа на машинах кататься, вот такая же фича. А, так же выглядит. Ладно, давайте места и дрифт-зона номер 2. Это у нас аэропорт заброшенный. И дрифт-зона номер 3. Это у нас еще что-то. Давайте тоже затестим. Почему бы и нет? Ребят, я вам вроде говорил, но скажу еще раз, зарабатывать деньги с помощью дрифт-очков и на работах. Работа, я не знаю, где находится, но дрифт-очки это очень удобно и очень удобный заработок. Вам даются, считай, чипы, вам даются машины, и вы можете на изи поднять бабла. Считай, за 9 тысяч я получил 812. То есть за миллион дрифт-очков вы получите около 100 тысяч, даже больше. Ладно. Далее, что у нас тут еще по местам? Озеро, мотопарк, пляж, винный магазин. Вот он. Винный магазин, который нужно ограблять. Ограблябливать. Стоп. Его можно ограбить. Что? А, нет, сейчас тут... А, да, я ограбил винный магазин. И получил за это 41 тысячу. Это круто. Без рофла это круто. Очень крутая система. Чисто, ребят, на заметку, как развлекать аудиторию на серверах. Просто ставите вот такие вот фичи, по которым можно будет заработать денег или как-то расслабиться, чисто пострелять по ботам, и это реально годно. Это годно. Без рофла какого-либо говорю, это годно. Ну, вот такая серия у нас вышла, ребят. Я надеюсь, она вам понравилась. Обязательно подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайк. Всем удачи и пока. Всем пока.